Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Шашечки или ехать? Яндекс.Такси начал блокировать лихачей. Все мы иногда нарушаем правила. Как работает система? Ягодка опять, клубника заполонила городские прилавки. У нас, во-первых, она вкусная. Чей урожай и сколько стоит? С головы до ног мировые дизайнеры представили пляжные луки этого лета. Это такие высокие плавочки, которые очень красиво обтягивают фигуру. Что в тренде? А также избирательные участки, ремонт дороги и знойный июнь. Бобруйск повторил температурный рекорд 98-го. Чего ждать на выходных? По последним данным Минздрава, 25 667 пациентов уже одолели коронавирус и выписаны из больниц. Проведено без малого 670 тысяч тестов. Сегодня же профсоюзы вручили могилевским больницам сертификаты на 15 тысяч рублей. За эти деньги купят средства индивидуальной защиты и дезрастворы для обработки рабочих мест и помещений общего пользования. В Жодино сотрудники благотворительного католического общества передали врачам и соцработникам респираторы, передвижные облучатели, флуометры и бесконтактные термометры. Мы развозим помощь по больницам, по социальным центрам и также стараемся не обойти, скажем так, частные лица. В основном это пенсионеры, многодетные, с инвалидностью. Мы обратились и нам предоставили помощь в виде моющих средств, масок. Поэтому огромное спасибо им, конечно, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Между тем, у Всемирной организации здравоохранения заявили, иммунитет COVID-19 может длиться от 6 до 12 месяцев. Там считают, если будет вторая волна пандемии, она не вызовет серьезных последствий. В Могилевской области определили участки для голосования. Выборы пройдут более чем на 730 площадках. В больницах, санаториях, профилакториях, домах отдыха и других учреждениях с медпрофилем оборудуют 34 пункта. Тем временем избиркомы стали принимать документы желающих стать членом участковых комиссий. Кандидатов могут выдвигать политические партии и другие общественные объединения, трудовые коллективы, группы людей. Заявления принимаются до 21 июня. Тише едешь, дальше будешь. Сервис Яндекс.Такси начал блокировать водителей за превышение скорости. Новая технология с помощью GPS отслеживает трекер автомобиля, вычисляет скорость. Полученные данные сравнивает с ограничениями на конкретном дорожном участке. Сперва лихачу вынесут предупреждение, ограничат доступ к заказам. Злостных нарушителей отстранят от работы навсегда. Я когда-то сам подрабатывал. Считаю, что там работает адекватный профессионал, который умеет ездить. Все мы иногда нарушаем правила. За это, ну, платим штраф, нас наказывают. Когда я пользовался услугами такси, водители никогда не нарушали скорость при мне и достаточно доброжелательно относились, вежливо. Ну, я-то тороплюсь, но водителю-то у него это его же права. Поэтому все равно это намного быстрее, чем общественный транспорт. У каждого человека, мне кажется, были. За свою жизнь, а в такси не было. У нас тут быстрее не поедешь, потому что права у нас одни. Похожую меру борьбы в компании опробовали еще в апреле. Тогда 78% таксистов перестали превышать скорость. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты «Бобруйск 360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Ягодный бум. Клубника заполонила прилавки бобруйских рынков. Сколько стоят дары природы и как отличаются цены в стране, Анастасия Похлёстова провела ревизию. От цены за клубнику у жителей столицы глаза по 5 копеек. На Комаровском рынке в середине мая летнюю ягоду продавали по 20 рублей за килограмм. Спустя несколько недель отдают за без малого 9. В прошлом году стоимость и вовсе колебалась в районе 2,5 рублей. Белорусские фермеры заверяют, разгар сезона еще не наступил. На прилавках лишь импортный товар. В Бобруйске украинский урожай. Килограмм стоит 13 рублей. Летние ягоды пока не завезли в магазины. Центром продаж клубники по-прежнему остаются рынки. Но и здесь ее очень мало. По словам продавцов, после обеда пустые прилавки. Скоро, думаю, уже наша пойдет брестская. Но она ароматная, классная, сочная. Клубника хорошо идет покупатель. У нас, во-первых, она вкусная, во-вторых, она крупная, хорошая, красивая. Диетологи называют эту красную ягоду природным аспирином и мощнейшим афродизиаком. В горсти содержится больше витамина С, чем в апельсине. Клубника – кладезь антиоксидантов, которые защищают организм от раннего старения и серьезных заболеваний. При правильном подходе без вреда для здоровья можно съесть целый килограмм. Как и любые фрукты и овощи, конечно, клубнику полезнее употреблять в сыром виде. Она является одним из главных источников
источников минералов, содержит также большое количество других полезных веществ. Она является хорошим продуктом для детокс-меню. Это меню для очищения организма. Чтобы сохранить полезные свойства, лучше заморозить ягоды. Тогда вкус лета удастся ощутить в любое время года. У меня внук и внучка, они любят на лето, конечно, варенье, а вот бывает же, сейчас мы ее замораживаем, поэтому сахару перетираем. Ну, люблю домашнюю свою, которую выращиваем. Замораживаем и целую едим. Пока кушаю так, витамины. А уже к осени варенье. Клубника хороша в любых десертах. Тем не менее, повара советуют экспериментировать. Ягоду можно добавить в салат с тунцом и арбузом, использовать как приправу к мясу. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Прощание со школой, тарифы для электротранспорта и белорусы на Красной площади. Сводная рота почетного караула будет участвовать в российском параде Победы. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. В школах страны начали вручать свидетельства и аттестаты. В Бобруйске основные события пройдут завтра. В Могилевской области документ об окончании 9 классов получат свыше 9600 человек. 11-классников в 2020-м порядка 5700. Золотые медали вручат 322 выпускникам, а серебряные – 19. Тарифы для экотранспорта в Синеокой будут самыми низкими в Европе. В «Беларуснефти» заявили, тестовый этап создания сети электрозаправочных станций закончен. С июля на АЗС «Маланка» за киловатт-час придется платить 30-40 копеек. Точная стоимость зависит от скорости зарядки. На супербыстрой станции дороже, ранее энергия была бесплатная. Беларусь и Россия планируют подписать соглашение о взаимном признании виз. С этой целью Сергей Лавров посетит Минск 19 июня. Документ разрешит иностранцам свободно передвигаться по территории союзного государства без дополнительных отметок в паспорте. Самоизоляцию посчитают уважительной причиной для сдачи ЦТ в резервный день. Об этом заявили в Минобразовании. Зарегистрироваться на испытания можно с 12 по 17 июля. Дополнительные тесты проведут 19, 21 и 23 числа. Белорусские военные представят страну на российском параде, посвященном 75-летию Великой Победы. По Красной площади в Москве пройдет сводная рота почетного караула. Коробка из 73 человек. Событие состоится 24 июня. На Володарского перекрыли дорогу. Сотрудники тепловых сетей меняют участок трубопровода. Раскопали полосу от школьной до Спартаковской. Автобусы 6 и 6А пустили в обход. Временный маршрут проходит через Ленина. От Георгиевского проспекта до Октябрьской организовали двустороннее движение. Работы закончат до 1 июля. Дешево и сердито. Городские пляжи принимают первых отдыхающих. Как одеваться для отдыха и кто выносит модный приговор? Анастасия Шевцова подбила чек. Австралийский бренд Triangle представил коллекцию пляжных нарядов. Золотые сверкающие купальники с асимметричным лифом на одно плечо. Блестки, уверяют дизайнеры, главный тренд лета 2020. Модели с твердыми и мягкими чашками всех цветов радуги. Слитный наряд с завязками по бокам. Впрочем, чтобы выглядеть на миллион, не обязательно тратиться на дорогую одежду. Возвращается мода на бикини 70-х. Двое плавочек и идет бюстгальтер. Вот, что собой представляют ретро-плавочки? Это такие высокие плавочки, которые очень красиво обтягивают фигуру. Купальник попроще, разделенный вверх и низ, предлагают за 15 рублей. За мужские плавки просят еще меньше, до 10. Пляжный костюм для девочки стоит 13 рублей, для мальчика можно найти за 8. Эксперты советуют выбирать одежду с содержанием хлопка. Необходимо одним из условий – это ношение легкой светлой одежды, в основном, предпочтительно из натуральных тканей. Необходимо укрывать голову убором. Панамы вытеснили кепки и шляпы на второй план. В ассортименте варианты для любого пола и возраста. Цена льняного головного убора 15 рублей. Варианты с хлопка стоят 7. Взрослые от 5 рублей до 35. Ну, за 35, естественно, нормальная фабрика, хорошее качество. Черное, главное, чтобы было со втулкой внутри, чтобы оно держало форму, там, если воздух будет, оно не печет. Если без втулки, тогда что-то светло, потому что она облегает голову, как шапка. Тогда да, она нафигает. Кутюрье рекомендует дополнять образ деталями. Парео сглаживает женскую фигуру. В моде принты на тему дикой фауны. Накидка обойдется в 7 рублей. Очки уберегут глаза от ультрафиолета и подчеркнут лицо. Стоимость колеблется от 10 до 25 рублей. Главный тренд лета этого года – тишейды, очки с круглыми линзами и авиаторы, так называемые капли.
Финальный штрих – обувь. На пляж рекомендуют надевать вьетнамки. Подойдут и резиновые шлепки. Ценовой диапазон – от 5 до 20 рублей. Модельеры едины во мнении. Одежда для отдыха должна быть не только стильной, но и комфортной. Малышей у воды не лишним будет обезопасить надувным кругом или жилетом. Итого, полноценный летний образ женщинам обойдется в 47 рублей. Мужчинам – на четверть дешевле. Ребенка можно собрать за 25-30 рублей. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. То ли еще будет, Бобруйск второй раз за неделю повторяет температурный рекорд. Последний раз такой теплый день был в 98-м. Столбик термометра, как и сегодня, перегнул рубеж в 30 с плюсом. Надолго ли тренд, уточнила Кристина Арианс. Не просто тепло, а невыносимо жарко. Синоптики обнадеживают. Температура будет колебаться в районе плюс 30 до конца недели. В субботу воздух слегка остынет. К воскресенью столбик термометра и вовсе опустится до плюс 20, а солнце спрячется за облаками. Италию залило. На севере страны несколько дней не утихали сильные ливни. В окрестностях Турина вода попала в подвалы и дома. Похожая ситуация в Штатах. Там страдают несколько регионов. На юге страны проливные дожди и тропический шторм Кристобаль. Предупреждение торнадо объявили в Миссисипи, Алабаме и Флориде. Больше остальных пострадали прибрежные населенные пункты в Луизиане. Как на курорте. Завтра в Бобруйске погодные условия определит теплая воздушная масса с Черного моря. Будет ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный умеренный. Влажность на уровне 45%. Оранжевый уровень опасности сохранится. Днем воздух прогреется до 33 выше 0. Но чуть-чуть меньше 26 тепла. Кристина Рианс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена, громкие ЧП за неделю, страшная правда из жизни города. Следите за новостями в интернете. В соцсетях мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!